Это демо. Это демо, кто они? Герои нового времени, нового формата, новой темы и нового движения. Это они, парни и девчонки, которые не боятся. Не боятся атаки, не боятся давления. У них есть своя тема, свое дело. У них есть истина и свои слова, которые звучат от Бога, да. Слава Богу, скажу я вам, слава Богу. С утра произношу молитвы Богу, плюс посты. Мы все простые, но ответы получаю сердцем чистым. Только будь внимательным, а то придет тебе нечистый. Соблазнами каждый день, рекламы, похоти и денег. Пусть атакуют демоны, мы им не по зубам. Ты следуй за Иисусом, просто по его следам. И ожидая помощи, ожидая перемен. Если так случилось, значит так тому и быть. Я же оставляя свой повседневный быт, начинай по-новому жить. Но это только начало, а мне доплыть до причала, закрыть свою жизненную течь. Я знаю, в книге Иисуса речь, жизни так просто не прочесть. Но велика ли честь слышаться долезть? Нужно по ступени лезть только выше, так, чтобы не упасть с крыши. Не теряй надежды, слышишь? Если ты еще дышишь, не пройдет мимо удача. Будет прекрасная судьба, если жизнь с Иисусом у тебя. Раз-два. Да. Промерка микрофона от реки до дона, сломанный в серых. Проанализируй, куда направлено твое сердце. Проанализируй, какие твои действия. Кто чем живет, к чему все это приведет. На чем основывается твоя жизнь, на мирском или на истине Божьей. Где ты можешь ее познать, это только в Библии. И нигде больше, все остальное ложно. Проанализируй, куда направлено твое сердце. Проанализируй, какие твои действия. Кто чем живет, к чему все это приведет. На чем основана твоя жизнь? На мирском или на истине Божьей? Ха! Раз-два. Вот такая вот текста. Новая тема нового времени, нового формата. У нас нету мата, у нас здесь только искренние и красивые слова. Не звучит моя голова. Не бую, не мучу, не гоню, не иду я бит. Но просто говорю, просто я под мелодию звучу. Так просто, чтобы было хорошо, чтобы было весело. Слава Богу! Велика слава Ему! Аллилуйя! Хера Богу!